Опача. Ну что, как говорится, здрасте, здрасте, люди добрые. Не обращайте внимания, что я с кинжалом. Кто будет сегодня смотреть первую часть перепевочки, тот посмотрит и увидит. Но это все мы выпивать сегодня я не буду, потому что мне еще в больницу надо идти. Что? Забыл бокач. Ну что, возьмем мы сегодня на обзорчик. Это мы отставим. Черниговская максимум на завтра. Арсенал. Обычный, красный. Не буду читать. И Черниговская кремницная. Это на завтра. Что, вчера купил пачку сухариков Флинт с красной икрой. Взял пачку орешков Бибо, такую хорошую. Съел. Пришел, ей нема. Есть такие чипсы у меня с этого. Немножко чипсов, банку Рева мне принесли, хотя Рева не пью. И бутылку, две бутылки водки по полводки. По полбутылки. Это Виталик, у него есть ключи от квартиры, он заходит иногда. Одна типа коктейльная водка, я ее сделал, ее обзор на ее. Мало популярная, у нас в эпицентре такой бутыль продается. Лайм я пробовал. Там 28 градусов водка всего. Ну, то не будет. И не мера по бутылке, короче. Ну. Что, открывать пока места не будут. Арсенал, пивко Арсенал, смак пшеничного солоду. Мисс спирта, 9 оборотов, объем 0,5. Стоимость, честно говоря, не помню, брал, закупал все оптом, как говорится. Ну, грузил, у меня обзор был на Арсенал, на такое Черниговское, на такой Арсеналчик мне писали подписчики. Я читаю, знаю, ну, вижу, как говорится, знаю, что вы хотите смотреть. Плюс я к этому взял такой максимум черниговский, ну и такой осенний. Ну что, это все отставляю. Начну с Арсенала, я его никогда не пью. Ну, такой Арсенал я пью, черниговское максимум я пью, черниговское место я пью. Так, на дне у нас нема ничего, на бутылочке у нас стандартная, классическая, в холодильнике у меня стояло все положено. Ну, такая этикетка, ушки на голубом фоне, типа как десантники. Тут это, ну, шор и как, киевское пиво наше, это на крышечке буква А, ну что, будем открывать, как говорится. Так что, три босика, внимание, никаких практически. Опача. Ну, пахнет пивом, кстати, как ни странно. Так что, ну что, начнем наливать нашу небольшую дегустацию. После водочки один бокальчик пропущу, больше пить не буду, потому что если это все дую, на драконе залечу в больницу, как бы будет не то. Так что, опача, видите, товарищи, пенка какая хорошая. Ох, какая пенка, а? А? А пенка-то наша держится, видите? И по цвету такое, типа как светлячковая. Или даже как нефильтрованное. Но я не читал, какое оно является. Я так понимаю, оно типа нефильтрованное. Наши чекушки с прошлого обзора. Так что, ну то оболонь кто-то поставил бутылку с нашего тоже прошлого обзорчика. Ну, бывает, я здесь редко бываю, получается, на студии. Так, ну чаще бывает так. Ну а так, получается, я сейчас в больнице. Ключи, ну, некоторые люди имеют ключи от этого, ну, заходят, ну, не всегда, я просто убираю, получается, ну, и да, там холодильник ставится, то не проблема, ну, а вот все остальное, как бы, о, пивко подышало, дали пивку дышало, не видите, ребят, пенка держится, кстати, можно даже советовать всем, кто любит пену, пиво с пеной, и это, что пена не как ураган, и всем остальным же и нету практически, что давайте пробовать. Сейчас, ребята. Запах и вкус какой-то
необычный, честно говоря. Это первый раз такое пиво пью. Типа, что там пиво между типа Белым Львом и этот, Белым Львом с добавками, короче. Получается, это пиво, получается, типа как нефильтрованное, я так понял. Но с каким-то вкусовым добавом. Какой именно вкусовой добавок? Да. Ячмень, соль, ячменя, вода. Ячмень. Соль, экстракт. А, экстракт и аромат пряности. Что-то, ну, я не читал просто. Такие пряности, как бы такой приятный. Ну, присутствует горчинка такая. Пивная, как бы для любителей классического пива, это пивко можно попробовать, но не факт, что оно им зайдет. Процентом 30 может зайдет, а всем остальным не зайдет, конечно. Я сам, конечно, не любитель крепленого пива. Подписчики писали, возьму такую чипсинку. Я не помню, как она называется, там оставалось, у меня выступал. Сухарями засыпал, получается. Я брал сухарики в пачку. Вот такую еду. Скрывали. Давно их не видел просто. На эту сторону больно жевать, еще зуб болит. И этот. И пачку орехов. А вот сухарик вкусный такой. Я помню, когда еще давно, если хотя бы не останавливаю. Ух, чипса острая. Это ж. Сейчас запью, сейчас вкус пивка поменяется. Да, пивко поменялось. Если этому арсеналу убрать бы немножко крепленность, с 7 нехай до 5. А, кстати, пропустил. Не заметил, кстати, вот, с одной стороны только. Обычно тут в Черниговском или это. Вот такое вот солнышко есть. Типа как на кораблях раньше, на тех чайках, как они назывались. Ну, камеру показать. А на этом есть такое что-то? А, и на этом есть, кстати. Не заметил, никогда не замечал. Наоборот, он 5. Это пивко можно было в любой бы ресторан вывести. Реально, в любой ресторан, в любой этот. Да что этот. Я помню давно, когда еще этот, когда денег мало было, да и мы еще не сильно взрослые были. Бывало такое, что с братом этот, возьмем там пачку сухариков, там, или две пачки сухариков, там, пару бутылок пива, там, бутылок 8 пива нехай по 0,5 оболонку куда-то брали. По пару пачек сухариков, хоть с хреном брали в основном, ну и икру красную. Это да, мы давали жизни. Да, дело не то, что пили было, пиво мы пили всегда. А в сухариках-то не было денег. Не было ничего, как говорится. Хорошо. Ну это сейчас мы можем позволить. Ребят, я не понял, почему мой видос портится премиум водка, так слабо смотрит. Там с братом в видосе запить там свежий помидорчик, водочка. Плюс еще, как говорится, этот. Балычок, грибочки, опятки этого года. Ну и картошечка, когда с работы как раз приехал. Скоро на работу, честно говоря. Этот раз приехал, просрал здесь все, можно сказать. Дома ничего не помог, пролежал, то день рождения был, потом в больнице проходил, то милиция, то больница, то судмедэксперты, то больница положили. Короче, этот, времени осталось уже мало, и плюс мне еще работать нельзя, как бы, этот, поэтому что голова, ну, кружечку пивка пропустить, это святое, как говорится. Не знаю. Выпущу первый видосик с перепелочкой, ребятки. Второй видосик вы посмотрите уже, ну, как говорится, кто меня смотрит, подписывается. Там этот,
увидят у себя, как говорится. Ну, так что, ребята, так что, подписывайтесь. Говорите своим друзьям, пускай подписываются. Я своих подписчиков люблю, ценю и уважаю. Потому что, как говорится, ну что, давайте будем пить, как говорится. То есть, ну, тут поля-то поля. Конечно, уже после водочки, конечно. Нормальный, хороший вкусик. 7 оборотов вообще. Почитаю тоже. Так, найду чипсы. Он докопался до чипсов. Честно говоря, сухарики я не сильно люблю. Но сухарики и орешки, чтобы, ну, как бы, с пивом. Ну, Виталик у меня подписчик, найдет. Ну, подписчик, ну и друг мой хороший. Как говорится, утилизировал их вчера. Так, ну что, давайте кружечку. Да, пью, скажу вердикт. Не, просто, ну, поговорить решил. Ну, сами понимаете, после водочки, после кушечки. Уколов, капельниц, всего такого, как бы. Вчера выпивал еще плюс. Не, мне у него не похмелье, не больно, пьяным не был вчера. Именно зашло, как говорится, как нож по маслу. Перепёвочка. Ну, сегодня тоже нормально, конечно. Сейчас я хлебану, потом расскажу. Артемочка присутствует в пивке, это нормально. Ну что, отсниму на эти видосики. На эту тему. Потом куплю сало, хочу там снять, сало, яйца и хлебушек, и выйти куда-то на природу, отца возьму с собой. Ну и сниму, покажу, что именно будет большой ролик, ну, как я живу, ну, дом не буду показывать, не буду себе такое показывать, чем мы занимаемся, что мы делаем, как говорится, что. Что мы нормальные, обычные, спокойные люди. Эти твари, как говорится, человек на свой день рождения имеет право быть пьяным. Мне стыдно, что, ну, перед отцом и перед всем этим он меня с детства тренировал. Как говорится, большое ему спасибо, дай Бог ему здоровья. Что какие-то мудаки реально нагребали. Но дело в том, что одного знал, никто с ним драться не собирался. И все, как бы. Зуб болит, зуб болят. Чуть болит. И все болит. Ну, стыдно, конечно, перед лицом. Слушай, давайте. Немножко добавить акула. Вкуса, как они добавляют сюда, чуть-чуть больше. И убрать чуть-чуть оборота. У меня это пинко будет вообще популярно, шикарно. Ну что, давайте дам уже оценку. Допивать не буду, в принципе, дам так оценку. А, в принципе, шо в середине, шо в конце. Оно холодное, у меня оно стояло, все как положено. Оно еще, оно... Температуру терять долго не будет. 7,5 дам по 10-бальной шкале. Пивко неплохое. Если его делать крепленым, ну, как такой арсенал, с горчинкой, со всем этим, не надо этот вкус туда добавлять. Этот вкус, он перебивает вкус этого, ну, стандартного пива. В этом вся проблема. Я знаю много баб, которые бухают таким пивом. И, ну, и как бы нормально. Да что? Им нравится это пиво. Мужиков много знаю, кто пьет это пиво. Я раньше сам брал это пиво, выпивал, пил тоже раньше. Ну, было такое дело. Ну, всегда, в принципе, бодрёжные деньги не стоило. И,
Сейчас оно популярное, конечно. Ну, тогда оно такое было для, ну, традиции. Еще десант было белый. Хотя в прошлом году ехал в Сум, десант купил. Ну, не помню. Хотя бабки были, да, тогда денег нормально было с собой. Зашел в магазин просто, пиво лет 10 не видел на него. Пиво десант. Я вижу, я такими глазами. 18 гривен вроде бы стоит, точно не помню. 18, ну хорошо, хай будет 18. Взял, честно сказать, нормальное, в принципе, пиво на десант. Так что, ребятки, ставьте лайчонки, чтобы было, как говорится, как минимум 20 лайков и 10 комментов. И я сделаю обзорчик на пивко десант. Не, нормально, пиво. 7,5. Ну такое, знаешь, хочу так сказать. Между кафешным хорошим пивом, который, ну, который в кафе, там со вкусами, там, то есть французское, типа в голубых бутылках, Карамбер, блядь, я его пил. Ну, такое прикольное пиво, в принципе. Даже клубничное пробовал. Говно полное на своем канале. Когда-нибудь, может, сделаю обзор на это пиво, но, как говорится, я чувствую, меня закисывают тогда. Обзоры на вино мне, ну, тоже писали много там. Может, в дальнейшем на вино, на шампанское, но я в этом говорю, я не сомелье, я в этом не шарю. Я... Это, как говорится, будем просто пробовать, буду просто пробовать там, брать там, например, пакет портвейна, пакет там чего-то и пить, пробовать, как говорится, дегустировать. Может, не один я буду, может, там пару человек с собой возьму, чтобы их не мнение. У меня такое было уже на канале, что люди со стороны говорили, а какие мне вкусы. Потому что, как бы, я не сомелье. Ну, начнем наверняка с самого дешевого, будем подниматься все выше и выше, как говорится. Обзор на бренде я тогда удалил, там, ну, там, чисто по своим, как говорится, внутренним убеждениям. Потом я про него забыл, что удалил. Пытался возобновить, но мог его возобновить, но не стал мараться, потом вспомнил все это. Как мне писал один из подписчиков, большое тебе спасибо, дай тебе Бог здоровья, как говорится, бухла хватает, и купить я могу его где захочу и когда захочу. На обзор мы на этом бренде сделаем шашлыком, как говорится, ради подписчика, он его смотрел, он ему понравился. Спасибо, дай ему Бог здоровья, хороший человек. Мы сделаем на речке на них, когда будут выездные церемонии съемок, будут этот, ну а что мешает, там мешает, там мешает, лица. Ну не пауза. Ребятки, ну те, кто недавно подписался, пойдите на мои старенькие видосики, посмотрите, прокомментируйте, поставьте лайчонок, чтобы было все супер, дай Бог вам здоровья. На студию надо новый стол нам купить, стать, и этот стол хороший, качественный, но надо новый стол все равно дать. Что по поводу канала, нет, по поводу Максима Бухло ТВ, я ему писал в инсте, писал в этом, в комментах. Вконтакте, в остальные соцсети я не захожу. Что у меня там есть, там, ну, нема таких соцсетей. Фейсбук я не знаю, у него есть, нема. Ну, походу, должен быть. Я ему писал, он не ответил. Так что... Я хотел у него заказать рекламу. Кое-какие другие блогеров хотел заказать рекламу, но у них, во-первых, цены реально космические. Да я могу платить такие суммы, но
У них тематика совсем чуть-чуть другая. Как бы. Так что смысл мне в них заказывать рекламу, ну и плюс хранится тарифы нормальные. Тем более сейчас все найдут. Как бы. У нас, как говорится, любителей, ну, не алкашей, не пьяниц, ну, любители этого дела. Дрыгнуть, жахнуть. Не сильно воспринимают, потому что сейчас на Ютубе популярно стало, что там бомжей кормить, там еще что-то. Я мог бы сейчас был выйти, там бы у нас в Путивле хватает этих там накормить бомжа, там, чтобы он 10 килограмм апельсин съел там или там еще что-то. Мог бы это сделать, блядь, без проблем. Ну зачем? Люди эти никогда не меняются. Никогда. Сколько я смотрел, сколько я знаю таких примеров в жизни, они никогда не меняются. А там же, как говорится, это. Так что, вот такой арсенальчик. Завтра видосик выпущу на арсенал классический. Потом наверняка чернигов сделаю. Да. Выставлю даже, блядь. А потом на максимум сделаю. Что попрошу, будет у меня ехать, блин, Зеленский подписал, да, мне говорили, вроде бы Зеленский что-то подписал бумагу, что по поводу алкоголя нельзя провозить через границу между Украиной, ну, Евросоюзом и всем остальным. То мне в коллеги прислали посылку, блин, ну, не знаю, Максу присылают, ну, я узнаю, попрошу, ну, поспрашиваю, что мне прислали бутылочку, пивко, и мы, соответственно, сделаем обзор. Посылки, обзоры, как у Том Макса, я такого делать не буду. Во-первых, это его контент, я его воровать не буду. Это раз. Во-вторых, кто мне что пришлет, это два. Ну, есть пару человек, которые могут прислать, там, с Киева, там, Бухла, там, какой-нибудь. Есть люди с Харькова. Да, им всем будет дороги, там, в других городах, с Киевской области. Ну, все равно. Это его контент. Если даже будет присылаться, я просто говорю, присылать подписчики, не буду открывать посылку, как он делает. Просто буду говорить, присылал один из подписчиков и все остальное. Легко хорошее. Хорошее. Убрать крепленность на два оборота. Я такое, когда хожу в пиццерию, такое пивко беру, с пиццей кушаю. Да-да-да. Это пиво белое, можно сказать. Только на два оборота выше. Ну, там есть добавки, я никогда не делаю добавки. Ананасы, апельсины, там, грейпфрукты, гранаты, короче. Я, ребятки, за классический пиво. Не, я не отрицаю, иногда бывает, может там их ебану, что-то такое там, сидрика. Или еще чего-нибудь, ну шейки, рево, такую херню я не пью. Сидра могу хорошего выпить, только хорошего сидра. Обзорчики на сидр мы сделаем, соответственно, ребятки тоже. Не, как говорится, может будут дисы, как говорится, дизлайки и все остальное. Но на сидр мы сделаем обзорчики тоже. Потому что сидр такой напиток мне нравится. И яблочное вино нравится, например. Я помню, у меня вообще такой в деревне, короче, ну, такие сулии стояли с яблочным вином. Ты ходишь, там что-то работаешь, зашел, кружечку налил, жахнул и пошел дальше работать. Жажду, пожари, похуй, 40 градусов, ты там гвозди пьешь, доски носишь, брусы крепаешь. И нормалек. И нормалек, что хочу сказать. Оно убивает как-то жажду. Ну, рука не обращает внимания, рука мне будет все сильнее, показывать не будет. Так что, ребятки, давайте. Вам всем большое спасибо, кто меня смотрит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайчонки. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходило уведомление. Так что всем спасибо. Сейчас допью, попрощаюсь.
Это я там был, я пил, полусардику, а вроде никак не попал. Сюда приехал.